А мы сейчас уже переходим к нашему потрясающему, невероятному и очень яркому постельному белью. Итак, номер лота 17001. И здесь, дорогие друзья, по цене 1590 рублей мы предлагаем вам постельное белье «Горячее симпатия». «Горячее симпатия»? Такое горячее название. Хороший, такой горячий цвет, такой же горячий. Да, действительно горячее. Почему «Горячее симпатия»? Потому что здесь присутствует такая немаловажная вещь, как цветотерапия, про которую я как раз сейчас хочу рассказать. Напомню, что у нас наш комплект постельного белья под номером 17001 представлен из 100% хлопка. Лер, 100% хлопок по цене 1590 рублей. Да, уже это симпатия. Это очень горячая симпатия, так. Тебе скажу так. Идем дальше. Кстати, друзья, напомню, что у нас пока есть размеры, нужно, так скажем... Все размерочки, да. Горячая симпатия, вы же понимаете, что она сейчас быстро очень появилась у вас на экране. Это значит, что совсем скоро она уже будет разлетаться. Ну а пока размеры. Есть полутораспальный размер, есть также двухспальный, евро и семейный. Семейный я люблю называть дуэт. Сейчас это модно так называть его в текстиле. Дуэт. Чем он отличается? Вы получаете дополнительный пятый предмет, а именно дополнительный пододеяльничек. Ну так, вернемся к 100% хлопку. Ведь это идеальный выбор для вашей спальни. Ведь хлопок обладает уникальными свойствами. Это и дышащие свойства. Это гипоаллергенные свойства. Ну и, конечно, это энергетически полезные свойства. Вот что такое бязевое переплетение нити. Плотное бязевое переплетение, которое здесь присутствует. Легко гладить и отпаривать. Совсем не нужно. Приятные тактильные ощущения, пропускает воздух, гигроскопичен, то есть легко принимает и выделяет влагу, не накапливает статическую, электрическую, но и доступная цена, потому что сегодня 100% хлопок по такой цене. Лер, в чем колоссальное основное отличие вот именно данного изделия? Я сейчас просто даже беру и трогаю, да. Понимаю, насколько он приятен, он мягкий, он не такой, вот, знаешь, как хлопок, к которому мы привыкли раньше, да, так. Более твердый, более жесткий, а здесь очень мягкие такие волокна получаются. Я даже подавился, потому что вспомнил, какой был раньше хлопок. Ты знаешь, я ездил, помню, к бабушке, и там как раз с таким и столкнулся. У меня она мне дала подушку, на которой, знаешь, как на наждачке на какой-то, да. И думаю, здесь утром же просыпаешься, бритый уже, да? Да, да, да. Ну, фактически так. А здесь у нас очень плотное сочетание вот мягких распушенных бязевых ниточек, которые здесь присутствуют. Причем плотность составляет 120, по-моему, нитей на 1 сантиметр при норме, такой достаточно плотный, в 60. То есть, то есть фактически, норма 60 получается? Да, 60-70 где-то норма, здесь 120. Это плотное переплетение бязевых нитей. Именно поэтому вот я не боюсь процарапывать. Вот сейчас я просто пытаюсь вот прорвать этот материал. А ведь бязевые переплетения нити, это вот такой крест-накрест. Ну там обычно даже, обычно знаешь, как сеточка такая, да. Очень воздушная. И вот вы покупаете, когда вот такой вот, ну как называют, халтурный такой, вот, обычно с автомобилей продают, там купи набор за 500. Совковый такое. Комплект я вот да, называю. Да, купил его, постирал, и он расползся. Наш набор не боится колоссального количества стирок. Более того, вернемся к нашей цене, которая сегодня образовалась. Комплект наш не боится, конечно же, цен, потому что мы договариваемся напрямую с поставщиками, потому что мы не арендуем никакие дорогостоящие магазины, то есть мы не платим за арендную площадь. И, разумеется, у нас появляются вот такие воздушные, и это реальные цены. Новая цена 1590 рублей с выгодой в 1700. Дорогие друзья, напомню, кстати говоря, смотря нашу рубрику «Текстиль», вы можете сегодня сделать покупку на 5000 рублей. Это значит, что до конца января у нас как раз есть акция по бесплатной доставке в любую точку страны. Прекрасно. Ну, это же здорово. Я вот сейчас наблюдал, как Лера трогает наш комплект. Мне очень нравится. И ты говоришь про тактильное ощущение. Тактильное ощущение здесь имеет очень важную роль. Дело в том, что наш комплект постельного белья, благодаря уплотненному бязевому переплетению нити, дарит нам что? Дарит нам микромассаж. То есть, если вы наслаждаетесь сном, а сон у вас будет здоровый и легкий, это я вам гарантирую, вы еще получаете заветный микромассаж. Для чего нужен микромассаж? Это, во-первых, улучшение микроциркуляции крови, раз, и это еще барабанная дробь, омоложение. То есть, незаметным образом для себя вы получаете омоложение, очищение вашей кожи. А такое возможно только на 100% хлопке, вот с таким плотным сочетанием. Ну, больше, что значит спать на хорошем, качественном белье. Да, это нужно ценить, и когда есть такая возможность, то нужно ее не упускать, разумеется. Конечно же, звонить нам на бесплатный номер. Да. Позвонить нам на бесплатный номер, сказать номер лота 17001 и как минимум закинуть в корзину. Да. До 12 часов вы можете закидывать, то есть вы можете в корзине своей немножечко жестикулировать, да, то есть можно добавлять, можно что-то убавлять, нужно, ну, разумеется, мы прибавлять, потому что мы прибавляем нашу покупочку экономию, на 5000 рублей, да, вашу покупочку. И получается, что до 12 часов у вас как раз ваша корзина сформированная остается зафиксирована, вы можете потом дальше просто сделать, оплатить и уже при получении. Ну и пройдемся, да, Лер, что у нас ходит в нашей комплекте.
комплектацию, потому что это кто-то... А богатая комплектация? Да, комплектация у нас топовая. Все у нас есть. И вот сейчас мы с Лерой расскажем, что же входит в нашу комплектацию. А входит в нашу комплектацию, прежде всего, две наволочки 70 на 70. Лера, давай посмотрим. Наволочки, причем, необыкновенные. У нас полное отсутствие фурнитуры, это раз. Но у нас настолько глубокий кармашек здесь, глубокий карман, вот который доходит... Я всегда на это обращаю внимание, он фактически, Лера, доходит до половины подушки. Да, вот чтобы я сейчас опустил. Вот, смотрите, вот. Она еще не была. Вот я сейчас вот дальше раскрою. Вот только стала показываться подушка. Наполовину подушки. Чем это хорошо? Что вы можете использовать, допустим, ну, если у вас нет вдруг подушечки 70 на 70, а у вас 50 на 70 евро подушки, вы ее в этот конвертик просто завернете. Это раз. Две наволочки мы имеем. Итак, без фурнитуры. Так, идем дальше. Дальше. Пододеяльник. Пододеяльник тоже непростой. Непростой, а двухсторонний. Двухсторонний, Лера, пододеяльник. Посмотри, ведь наши цветы здесь у нас есть. Да, вот у нас тут ромашки, колокольчики. Как будто реальное присутствие такое, ощущение. А мы про это сейчас поговорим обязательно. И более того, сейчас давай похвастаемся, какая роскошная простыня у нас. А? Каково? Марат, вот это а вот картина. На это я хочу сделать акцент, так. Потому что обычно в магазинах, что у нас идет в комплектации, у нас только идут две подушки и, конечно же, пододеяльник. Да. А простыни и речи быть не может, простыни отдельно стоят, там, начиная... Да, полторы от, тысячи да, где-то. Да, от полутора тысячи рублей. Или же кладут простынь скучного, серенького, какого-то там цекового непонятного цвета, дабы, ну, уже, типа, дизайнеры уже устали. Кстати, о дизайнерском решении. Посмотрите на эту богатую цветовую палитру. Ведь здесь у нас и колокольчик, васильки такие, да, вот они. Посмотри, какой цвет нежный. Колокольчики. Причем такого красивого фиолетового цвета. Цвет достатка. Цвет, к вам деньги начнут прибывать. Нежнейшая, вот такая девственная ромашка. И успокаивающий зеленый цвет. Именно поэтому я рекомендую, как вот человек, разбирающийся как раз в текстиле и в моде, ребята, и мальчики, и девочки, делайте себе идеальные подарки вашим детям, вашим родителям, молодоженам. Потому что здесь все как раз для укрепления семейных уз. И нежные цвета, и успокаивающие цвета, и цвет достатка. Все это создает идеальную семейную гармонию. Тем более даже название у нас говорит само за себя, и, конечно же, мы обращаем на это ваше внимание, что вы приобретаете по цене 1590 рублей. Во-первых, 100% хлопок, то есть натуральный продукт, да. Хорошего, повышенного качества, потому что здесь у нас отличная. Даже вот очень плотно, да. Послушать, какое хорошее переплетение, да. То есть у нас прочно. Если бы это было раньше, вот как я, если бы сейчас бабушка... Она просто разорвалась бы. Она мне разорвалась, и бабушка сказала, ну, это ж я комплект 20 лет хранила. Друзья, напоминаю, что цена у нас 1590 рублей, номер лота 17001, и цена 1790 рублей, это рублится ваша выгода, я имею в виду. Потрясающе.